В Дагестане проходит межрегиональная выставка «ДагАгро-2020». Мероприятие организовано производственно-научной ассоциацией «Теплицы Дагестана» при поддержке Минсельхозпрода Республики. Тему продолжат наши корреспонденты. Порядка 60 сельхозпроизводителей приняли участие в выставке. А здесь представлено технологическое оборудование, материалы для теплиц, удобрения и средства защиты растений. Первый раз в славном Дагестане пробуем показать себя, свой товар. В основном, конечно, здесь представлено производство томатов, поэтому мы показываем ящики под томаты. Также свою продукцию представили фирмы и предприятия, работающие в области защищенного грунта. Не остались в стороне и селекционные фирмы в сфере открытого грунта. Наши работники по защите растений, по семеноводству, мы сопровождаем наших сельхозтоваропроизводителей от посадки до сбора урожая. Обеспечиваем их сертификатами соответствия, обеспечиваем их семенами нашими. Такая выставка является ежегодной. На ней руководители тепличных комплексов не просто демонстрируют свою продукцию, но и заключают соглашение о сотрудничестве на месте. Десятки и десятки, сотни, тысячи людей вовлечены в эту сферу, интенсивно развиваются. Мы сегодня имеем около 700 гектаров теплиц разных форматов, от самых простых до самых сложных. И мы видим, дагестанцы крепко заняли эту нишу. И в России дагестанцы узнают, дагестанскую тепличную продукцию узнают, особенно розовый томат. Алина Багилова, Мурат Бекпарсов, телеканал ННТ «Каспийск».